А мы продолжаем. В ИГИЛ смена власти. Новым руководителем террористической организации стал бывший командир таджикского ОМОНа. Полковник Халимов провозглашен новым министром войны. ОМОНовец сменил на этом посту аш-Шишани. Тот был ранен во время авиаудара и впоследствии скончался. Интересная деталь. Новый глава ИГИЛ проходил обучение в тренировочных центрах Госдепа США. В Вашингтоне вынуждены были признать это официально. Халимова обучили всем видам существующих терактов и тому, как спецслужбы их предотвращают. В Штатах боевик был трижды. В Таджикистане Халимов служил в президентской гвардии. Даже стал командиром спецназа страны. С новым руководителем ИГИЛ планируют и с новой силой атаковать Европу. И делать это нужно немедленно. Головорезы призвали активизироваться все свои спящие ячейки в Старом Свете. Вызвано это тем, что европейские спецслужбы начали широкомасштабный арест радикальных исламистов, поэтому планы боевиков могут быть нарушены. Отмечу, что в этом году было около десятка атак на Европу. Вот самое громкая из них была в Ницце. В июле сторонник ИГИЛ на грузовике врезался в толпу гулявших на набережной людей, а затем открыл по ним огонь. Жертвами нападения тогда стали более 80 человек.